Ось у Поиском районе маневровы локомотив травмировал мужчину жихара Кировского района. Той переходил чигунку по пешеходным настиле непосредственно перед транспортом. По информации супрацовников транспортной милиции, локомотив применил экстренное торможение. Подавал звуковый сигнал, однако это не спынило мужчину. Потерпелый, на счастье, застался живы, однако отримал тяжкие травмы и был шпитализованы. Згодно по передней информации специалистов, мужчина находился в стане алкогольного опьянения.